вот этот булочку вот в этой части, она у нас толще. Вот здесь вот внизу. То есть самая толстая часть у нас собирается с тобой вот здесь. Видишь, внизу. У тебя сейчас кажется, она вот здесь вот обрезается. То есть это как Вавилонская башня. Она снизу большая-большая. И потом на уменьшение вверх идет. Вот видишь, тебе вот этот кусочек нужно левее рисовать. Тут прям тесто влево уходит. Пышное очень. Давай вот этот момент исправляй. Потом проверь, сейчас сахар не сильно вниз опустился. То есть, как ты мне прислала фотографию, он наоборот даже выше лежит, чем бараночка. Проверь тоже. Раз, два, три, четыре, пять. Тут пять получается колец мака. Сразу их намечай, можно прям такими теневыми пятнышками их показать, чтобы ты потом не ошиблась, где у тебя штриховать тесто посветлее, где потемнее. Вот я сейчас тоже намечаю на булочке обязательно эти теневые места. Потом падающие тени нарисуй от баранки, потому что когда я смотрела твою фотографию, я увидела, что тень от баранки будет врезаться в правый лист, в край листа. Такого не должно быть. Падающий тень сразу намечаю, и я буду рисовать огня тогда баранку ниже сахара. У тебя получается наоборот, да, ситуация, что сахар ниже баранки. Вот баранка, она же большая прям у тебя. Толщинку тоже проверь, какая часть баранки толще, дальняя или ближняя, как ты видишь. Дальняя, правильно. И у нее есть еще толщинка, то есть разделение на светлую часть и темную. У ближней части тоже это есть, но менее заметное. То есть там не такой белый след. Вот у меня тень влезла сейчас. Вот она падающая. Я наметила. Видно тебе хорошо? Вот от баранки, вот она у меня. И до края листа у меня приблизительно 2 сантиметра осталось. Точно такая же ситуация сейчас будет с сахаром, когда я его буду рисовать. То есть 2 сантиметра я оставляю до краев листа, и сахар рисую меньше, нежели баранка. Проверяй сейчас, все ли предметы на разных уровнях у тебя, нигде ли они не соприкасаются по горизонтали, и по вертикали тоже проверь. Вот если я сейчас сахар вот здесь вот нарисую, вот здесь вот закончу, то у меня булка будет на одном уровне по вертикали вместе с сахаром. Это ошибка считается. Правильно начала заштриховывать сахар, но старайся штрихи вот на сахаре. Это же белый предмет, мы его штрихуем меньше всего. То есть ты его первый раз проштриховала и, в принципе, все оставляем. Мы не будем возвращаться по несколько раз, как до булочки. Поэтому всегда начинай штриховать очень-очень аккуратно. То есть вот академический штрих, как ты научилась. Вот я сейчас буду штриховать, тебе покажу. Падающие тени от всех предметов еще раз проверила, чтобы они не соприкасались друг с другом. Баранка тут немножко кривая. Исправляю вот эту форму у себя, чтобы было понятно, что она правда кривая. Все внимательно смотри на натуру и вот эти штрихи на сахар. Я беру 2 H карандашик, прям совсем твердый, или H. Но чтобы эти штришочки, которыми ты штрихуешь, вот в наклонной плоскости,
они не затирались, чтобы не получалось так, что у тебя растушеванный сахар. Вот сахар должен быть один из самых четких в рисунке. Особенно, когда ты фон делаешь, у тебя сахар становится прям белым и видно его лучше всего. Вот я эти штрихи прям оставляю. Можно сразу с первого слоя в сахаре, чтобы потом он не затирался, не получался такой как растушеванный. Растушка, как будто мы его делаем. Можно сразу теневую часть сделать потемней. Вот я сейчас как раз сделала сразу тень, свет показала. Не забываем сделать контрастные светлые места на сахаре. Вот я ближний край у сахара сразу во второй слой затемняю. И по вертикали, и по горизонтали. Проверять три плоскости на сахаре должны быть тремя разными красками. Красками. Тоном сделаны. Утемняю также на верхней плоскости самые ближние края сахара. И если вдруг ты нечаянно залезла, сразу клячкой можешь высветлять боковые грани на сахаре. Выстукивать, вот, чтобы они прям сияли. Только по краю грани вот этих светлых. Вот тут вот, Агния, сейчас показываю этот треугольничек. Вот в этом месте, только там утемняем. Внизу не утемняем, потому что там у тебя рефлекс. И падающую тень от сахара покажи мне, пожалуйста, где она у тебя будет. Ближний край падающей тени темнее, дальний край светлее. Под сахарком со стороны тени падающая тень тоже должна быть темнее, нежели со световой части. Я сейчас как раз это рисую. Все края у теней, прям посмотри на натуру, они растушевываются. Значит, мы берем и тушуем в этих местах. Прям карандаш не отрываешь от листа, а прям чуть-чуть растушевываешь туда-сюда, туда-сюда карандашиком. Вот в чем отличие, например, падающей тени, как ее рисовать правильно? Линии в одном направлении. Вот штрихую. Раз, два, три, четыре. И чуть меняю наклон. Чуть-чуть, не сильно, чтобы у нас сетка не получалась, а именно получалась штриховка под углом 45 градусов приблизительно. И я взяла сразу помягче карандашик, чтобы булка у тебя получалась. У меня Б. И здесь прям внимательно, не спеша, постарайся в тон попасть, да, темнее, чем сахаром, и глазками все время. Сильно мак не черним. И тоже глаза у тебя бегают туда-сюда, туда-сюда. То есть, когда рисуешь, не забывай смотреть на натуру. Вот у меня на натуру где-то... Я смотрю через каждую там буквально 3-5 секунды. Здесь у нас с левой стороны наплыв теста идет, но не забывай, что все-таки у нас нижнее тесто должно остаться самым толстым, вот самым широким. Покажешь, как у тебя получается сейчас в какой-то момент, когда дойдешь до половины, до середины булочки. Я тоже посмотрю, как у тебя получается.
Здесь сразу разделю тесто. Вот здесь раз, прослоечка идет. Здесь два, чтобы мне было это понятнее, когда я рисую. Здесь треугольничек у теста сразу потемнее. Ты тоже, чтобы не запутаться, можешь чуть-чуть потемнее делать с самого первого слоя в каких-то местах. Угу. Сейчас делю тесто, чтобы было понятно направление, как оно лежит. Тесто штрихую ашкой, карандашиком. Вот я взяла 2Б, точнее Б сначала, мне не понравилось. Очень темно тесто получается. Ты тоже выбирай для себя мягкость, правильную огне, чтобы у нас, например, булочка, да, коричневая слишком не получилась, но, в принципе, вот я вижу со стороны, вроде пока ты не темнишь, все хорошо. Старайся, чтобы мак у тебя посередине, ровно посередине булочки, не заканчивался. То есть либо левей, либо правей, от центра. Мак тоже, когда рисуешь, прям сравнивай. У мака есть толщинка. Где-то он толстый. Прям показываем, особенно сверху. Чем выше, тем он толще. И обрати внимание, Агния, что булочка чем выше, тем она темнее, правильно становится? Тесто. Есть такое у тебя в натуре? Угу. Вот, значит, мы здесь чуть потемнее тон сразу делаем, вот в этом месте. Вверху у булочки. И справа и слева у булочки прям можешь увидеть линии такие есть, по тесту проходит фактура этой булочки самой. Вот эти линии вдоль булочки ты тоже можешь сразу показывать штриховкой. То есть фактуру здесь мы можем рисовать. Прям сразу же. Верх булочки я рисую карандашиком Б. Мак рисую 2Б, тесто рисую H, где светлое, потемнее чуть-чуть, где тесто B.
булочка довольно-таки сложная. Постарайся нарисовать каждый ее заворотик. То есть ни одну вот эту поворотик улитки не забудь. Ну что, Агния, дошла до середины? Покажи, пожалуйста, что у тебя получается. Угу. У краешки, у мака постарайся закруглять сразу. Вот я сейчас вижу, там у тебя где-то такие с правой стороны, они уголком получаются. Прям кругли их больше. Если что-то подтираешь клячкой, то делай павку, прям носик тоненький. Агни, и дашь мне прям сейчас... С левой стороны тут на баранке будет тенюшка. Прям посмотри внимательно, будет вот в этом месте разделяться. Баранка на две части. Делаю сразу тенюшку на баранке, штришочками поперек. Штрихую не вдоль, а поперек. Сейчас приближу баранку. Еще. Вот видно, хорошо огни тебе. Поперек штрихуем, штришочки кладем. Справа я, соответственно, чуть утемняю. И не забывай, что у баранки есть у нас рефлекс. Вот здесь внизу под бараночкой он проходит.
и во внутренней части у баранки, и во внешней части у баранки. Так что, когда будешь делать вот эту тенюшку, собственно, не забывай, что внизу совсем не надо утемнять. Сразу тоже отделю тенью. На падающую тень я беру как раз карандашик 2B. Чтобы тебе было понятно, где у меня закончится баранка. Не делаем никаких ровных линий на баранке. То есть, это чтобы бараночка была живая, такая интересная. Не должно быть никаких резкостей, вот как на маке, да, мы сейчас будем вот от этих резкостей, где они у тебя есть, направление вот этого мака, во-первых, закруглять, во-вторых, резкость чуть убирать на маке. И точно так же на баранке. По форме, во-первых, тень ложится. Тень от баранки светлее, чем тень от булки. Если присмотреться, ты это тоже увидишь. Потому что булка, во-первых, больше. А во-вторых, темнее. Тень от нее падающая будет тоже плотнее. Да. Голоса болят. Давай устроим 5-10 минут перерыв. Давай. Ну, прямо отключимся, ты пойдешь там поешь, погуляешь, отдохнешь. Потом придем и доделаем вместе с фоном. Ну, смотри, как тебе удобно. Если болят, то хорошо. Ну, тогда давай продолжим. Ну, хорошо. Have you pencil? Setting light and dark. What is? You just setting light and dark. I'm writing. Now I'm teach to Agnia. I teach to drawing. My student. Агния, как у тебя получается? Давай посмотрим. Покажи мне, пожалуйста, баранку. Сразу же тоже можешь вот эти падающие тени на баранку. Смотри, давай рефлексы выберем первым делом. Прям плячкой чуть-чуть выстукивай эти рефлексики. Вот снизу вот здесь и сверху вот здесь вот. Прям чтобы они светлые были. И после этого давай сделаем блик. Вот здесь вот берем ластик и с левой стороны будет... Почему? Угу.
Может, нам пораньше тогда начинать занятия в 11, чтобы ты не уставала? Вот я пока баранку оставляю на этом этапе. Тебе нужно сейчас блики, значит, первым делом высветлить. Слева два блика, сверху. После этого посмотри на ближнюю часть. Вот здесь вот улыбочка у нас, вот в этом месте, вот тут вот, у нас улыбка. У тебя я ее не вижу. У тебя там ровная такая линия идет. Вот сделай более такую улыбчивую форму вот в этом месте. Потом сравни тень спереди на бараночке, на тесте. Должна быть темнее, нежели дальняя верхняя часть. Если что-то исправляешь клячкой, вот делаем вот такой вот носик у клячки, вот у ластика, вот такой вот. И потом этим носиком аккуратненько вот здесь выстукиваем. То есть исправляем момент вот таким вот носиком, тонким. И покажи баранку, как получается. Переходим на булку. Чуть-чуть осталось совсем. На булке что нам надо сделать? Что еще раз? Первым делом можно сделать, например, мак. Я беру для этого Б-карандашик. И делаю тоненькие такие маковинки. Вот прям внутри вот этого места, где ты сделала. Я еще прорисовываю четко вот такой вот мак. То есть точечки такие рисую, черненькие. Сейчас приближу. Видно, появляются у меня вот здесь вот точки, да? Вот. И так везде проходимся, но не делай эти черные точечки где-то по краешкам, а прям внутри этого мака. Потом мак мы чуть-чуть растираем с тобой. То есть по краешкам вот в этих вот местах у нас не должно быть никаких резкостей. Ты прям берешь и тушуешь чуть-чуть краешки свои. Вот как раз у тебя сразу мак станет похожий, как только ты вот это сделаешь. Вот эти вот, значит, маковинки делаем с тобой. Тоненько, тоненько, тоненько прошлись. И теперь собственную тень. Меняю карандашик, соответственно, беру ашку уже. И вот здесь вот только чуть-чуть утемнить надо огни. То есть нам не нужно сейчас переделывать всю булку. Нам нужно добавить контрастные места. Вот, например, где тесто у нас темное. Добавляем контрастные места. Вот здесь вот. Потом добавляем контрастные места. С правой стороны сразу тенюшку делаем. Для этого я сейчас, чтобы не потерять нашу булочку, утемню тень под булочкой. Вот у нас, ура, виден рефлекс. Утемняю к переднему краешку тень падающую и утемняю тень на булочке. Рефлексик огня можно пока не трогать, то есть видишь, я его оставляю, не утемняю. Давай в конце его с тобой утемним, сейчас ставим. Потом со световой части на бурлочке, ну ты сама видишь, есть такие поджаристые места. Вот их мы тоже с тобой делаем. Поджарки вот эти вот все. Здесь какие-то тоже комочки такие встречаются на булочке. Вот здесь вот. Это все делаем карандашиком H. То есть не берем сейчас B-шки. Это очень важно. Тоже будешь на экзамене, не бери, пожалуйста, мягкие карандаши сразу. Да, есть желание взять мягкий карандаш.
чтобы быстро это все сделать, да, мягким карандашом, ну, быстрее набирается тон, свет, тень, все быстренько можно сделать, прям за 3 секунды эту булку. Но она получится такая рыхлая и вся затушеванная. Ну и, конечно же, зрителю будет неинтересно на нее смотреть, потому что ты не сможешь передать точную фактуру этой булки. Вот если мы сейчас твердым карандашиком будем работать дольше, пусть дольше, но зато у нас красивая булка выйдет. Штрихуй тоже, пожалуйста, по форме. Вот смотри, я вертикальными где-то штришочками штрихую и прям так этот вертикальный штрих оставляю. То есть я его, меня не смущает, то есть ты его не тушуй. Если у тебя получается такая штриховка, отлично, оставляй ее. Это здорово. А еще на булке. Как сделать быстро очень булку, чтобы потом ее к ней не возвращаться? Ты сразу первым слоем оставляешь свет, а теневые все вот эти вот места делаешь во второй слой, вот сейчас как раз. И стараешься рисовать не тушевкой, а штриховкой именно. Вот наверняка ты видишь сейчас на камере, у меня все эти штрихи прям видны. Ну, кроме вот здесь. Вот здесь у меня получилось затушевать. Но я это сейчас как раз буду чуть-чуть поправлять. Этот момент, потому что мне не нравится. Тут только тушевка. Вот. Проходимся. И смотри, уже объем получается. Покажешь мне, Агния, как у тебя получается там булочка? Угу. С правой стороны тень, соответственно, делаем потемнее, с левой стороны посветлее. Рефлексик пусть у булочки горит, пока мы его не будем с тобой утемнять. Проверяешь, где еще что-то недоделано. Вот у меня недоделано там с левой стороны прям такие вот поджаренные места. Я вот все их делаю. Эти места. Ты, кстати, левша, ты можешь ставить камеру с правой стороны. И тогда я буду лучше видеть, что у тебя там получается. Ну, это на будущий урок. Просто за левой рукой не видно, как ты там штрихуешь. Ну, только когда ты руку убираешь, вот я успеваю, да, посмотреть. Если тушевать надо, то туши, пожалуйста, не ручкой, а тушуй карандашом, прям по краешкам. Вижу пол, не вижу работы. И не забывай затачивать карандаш. Прям периодически все время затачиваем карандашик. Я вот в начале урока все свои карандаши заточила. Проверив, в конце прямо самой работы мы проверяем. Самый темный должен быть мак. Вот у меня он... Ага, вижу. Смотри, угу. Вот здесь осталось тебе тень сделать. Я тоже пока еще не сделала, вот в этом месте. Чуть-чуть поближе прям к булке подведи камеру, покажи мне. Тень, значит, вот тут вот делаем. Потом на вот этом всем-всем-всем... да, ага. Маки, еще поточнее маковинки покажи. И смотри, Агния, самое главное, у тебя не видны вот эти вот поворотики. Раз поворот, два поворот, там три. То есть вот эту улиточку тебе нужно поярче сделать. В каких-то местах. Ну встань, разомнись 2 минуты. Ты не сиди, ты встань, разомнись. О моем канале показывать. Вот все, кто живут рядом с другом,
Попросите своего друга на меня подписаться в Инстаграме, в ТикТоке, в Лайке и в Ютубе. Но самое главное в Ютубе. Так как я очень хочу скоро отправиться в кругосветное путешествие, и мне было бы приятно, если бы мой YouTube-канал приносил мне прибыль в путешествии. Соответственно, для вас я буду делиться бесплатными онлайн-уроками по рисованию. Сел, что ли? И в кругосветном путешествии буду с вами делиться информацией о яхтинге. Кто захочет присоединиться ко мне на яхту, либо на несколько дней, жду вас. Вот здесь вот такой вот фон у нас получается. Здесь фон потемнее. Здесь посветлее будет угол, здесь еще посветлее, а здесь еще посветлее. Утакан, ты не хочешь с нами порисовать? Здесь нужно аккуратненько подходить к булочке, потому что на самом деле вот в этом месте булочка темнее. Здесь я сделаю так, что булка будет потемнее, нежели фон. Для того, чтобы потемнить булку, возьмем совсем другой карандашик. Я беру H. Карандаш. Б у меня. Ну да, Б значит карандаш. И чуть утемняю вот это место. Потому что булка в этом месте, тут с маком, она становится темнее. Потемнее делаем в этом месте булочку, а фон продолжаю рисовать сейчас Б карандашиком. Давайте сделаем фон пока посветлее. Вот в этом месте фон будет светлее, чем наша булка. А булочку, соответственно, берем карандашик вот в этом месте. Тоже утемняем, ребята. Б.
Вот, ура! У нас булка такая интересная получилась. Темненько как раз тут с такой глазурью. Видимо, это сахар по ней растекся.